К османам, пережившим крушение, присоединился небольшой патруль. Вместе они стали охранять обломки и ждать подкрепления. Если твой враг вооружен и снаряжен лучше тебя, воруй у врага. У одинокого бойца есть одно преимущество перед большим вражеским отрядом. Одинокий боец может оставаться незамеченным. Пощады нет, и спустит псов войны. Между тем, чтобы увидеть что-то и иметь это, есть огромная разница. Bir vurulur.
Водитель, Кузьма! Выходи, все кончено. Ты, конечно, не думал, что мы успеем тебя поймать, Лоуренс Аравийский. Вообще-то, я на это и рассчитывал. Лоуренс. Что ж, умно придумано. Теперь сам охотник стал добычей. Ну, а ты тогда кто? Как ты прекрасна, моя милая. Ахмед. Прекрасно? Если бы не такие, как ты, я была бы свободной. Свободной, да? Смерть вас освободит. И я рад сообщить, что Империя намерена скоро дать вам такую свободу. Даже сейчас по пустыне рыщет машина разрушения. Она уничтожает ваших союзников, ваши семьи, ваши дома. Скоро вам некуда будет бежать. Негде прятаться. Скоро все, что вы знаете и что вы любите, обратится в прах. И все вы будете вольны умереть. Ай, животное! Зара! Я, конечно, понимаю, что ты очень хотела бы срезать с его ступней плоть и отправить его голым в пустыню на смерть. Но ты подумай. Ты прав. Простите, моя спутница бывает грубовата. Ты расскажешь мне, как перехитрить твой поезд, чтобы мы могли заманить его в ловушку и уничтожить? Не выйдет. Чтобы хотя бы начать с ним общаться, нужна целая книга шифров для связи. А, вы про вот эту? Вы не можете остановить прогресс! Скоро весь мир поглотит ваши земли и заберет из-под песков драгоценное черное золото! Посмотрим, друг мой.